статистике, население планеты тратит более 3 миллиардов часов в неделю на видео и компьютерные игры. Почему же игры так популярны? Ответ прост – они умело сконструированы. Сегодня известны инструменты, удерживающие внимание игроков. Эти же инструменты давно применяются в бизнесе, маркетинге и все активнее приходят в сферу обучения. Они в десятки раз увеличивают эффективность решения образовательных задач. Познакомиться с техникой подробнее смогли участники воркшопа «Геймификация в образовании» в рамках международной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch 2016. С нами сегодня мне помогает наша учительница мировой художественной культуры Марья Ивановна. Она будет переодеваться в разные наряды и давать нам разные подсказки, учить нас отличать эти самые архитектурные стили. Сегодня поставили перед собой достаточно сложную задачу. Мы хотели рассказать о том, что такое геймификация в образовании. Но было у нас на это всего час и огромный переполненный зал людей. Обычно все эти знания укладываются в целый курс. Мне кажется, эта задача удалась, и это было благодаря тому, что именно геймифицируя наш процесс, мы добились своей цели. В воркшопе приняли участие более 100 педагогов не только Москвы, но и регионов России, которые всего за час получили целый массив знаний по геймификации. Меньше теории, больше практики. Участники воркшопа с первых минут были вовлечены в деятельность, они побывали на мини-занятия и смогли на себе испробовать эффективные инструменты геймификации, научиться подбирать их с учетом особенностей своего класса. Важнейшие понятия были донесены до аудитории в простой и наглядной форме. Я на таком мастер-классе впервые, хотя элементы геймификации мы применяем на уроках, и я применяю тоже. Но вот на воркшопе мне пришлось побывать впервые. Поэтому рада получить вот полный кейс. Есть готовая разработка, и эту готовую разработку можно использовать. Главный плюс – это практическое применение. То есть то, что я увидела, я могу взять и могу использовать на уроках. Это здорово. На данном воркшопе, в отличие, наверное, от некоторых, которые я посещала до этого, реально давали практические знания. А все мы знаем, что учиться лучше всего через действие. И в частности из-за этого, как бы, я думаю, что наибольший результат был достигнут. Сегодня грамотно сконструированные учебные занятия с применением инструментов геймификации способны не только удержать внимание учеников, но и мотивировать их. Это просто. Приходите на курсы МИО, сможете и вы.